Так, ну что же, давайте начинать наше пятое занятие. Всем привет, я вижу, что у меня слышно, все хорошо. Третье занятие прошло огненно. Огонь. Отлично, люблю ходить на хорошие мероприятия. Мне понравилось, в общем. Есть о чем подумать, есть о чем задуматься. Мне понравилось. Это никак не связано, ну, с когнитивной терапией. Вот. Это больше связано с собственной личностью и с осознанностью. В общем, интересно. Буду с вами делиться некоторыми наработками. Да нет, что там вкратце рассказывать? Вкратце рассказывать нечего. Мы же не можем вкратце рассказать какие-то внутренние процессы. Процессы запущены, процессы идут, процессы не останавливаются. Мы запускаем заново. Каждое наше занятие запускает у вас процессы. Иногда вам кажется, что я говорю что-то так вот между строк, но на самом деле те процессы, которые происходят у вас, если вы не просто смотрите это как попкорн, как кино, а если вы используете более осознанно ту информацию, которую я вам даю, и применяете ее непосредственно в каждый день, то вот эти зерна информированности, зерна инсайтов, они будут прорастать. Да, но прорастают они только посредством поливания. Вы можете насувать зерен очень много ввиду информирования информации, но... А как меня слышно? Нормально, кстати? Но поливать, метафора, это каждый день одергивать себя и осознавать, что происходит. Да? Это очень важно. Потому что иначе вся ваша информированность уйдет просто в песок. Поэтому я вам рекомендую не только слушать и ждать, я уже об этом много раз говорил, да, а непосредственно каждый день выполнять определенный план. Сегодня мы будем заниматься именно практикой когнитивной терапии, именно диспутом, рациональным диспутом с самим собой. И постараемся заняться этим всем, все наше с вами занятие. И тренировать собственную осознанность. Значит, у вас была табличка, ситуация, помните? Эмоция, автоматические мысли, так называемые, и новое размышление. Вот мы сегодня более детально поговорим именно про автоматические мысли и про диспут, который надо с собой вести. Ну, вы видите, сначала отвлечемся, с правой стороны баннер, а уже в их разборах, я уже о нем много говорил. Поставьте сейчас, пожалуйста, в чат плюсик, кто точно идет на следующий этап, на разборы. Кто уже принял для себя решение? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Куда вам скидку-то еще? Вы что, прикалываетесь, Юлия? Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Куда ниже 4500 вам скидку делать? Можете мне объяснить? Может, мне бесплатно все занятия теперь делать? Куда вам еще скидку делать? Вот куда ниже? 20. Угу. Скидку мы вам сделали, если вы хотите пойти на 7-й сезон. Если вы на 7-й сезон идете вместе с разборами, то у вас сезон стоит 2500. Куда меньше? Можете мне пояснить? Ну, куда меньше? Ну, вы что, ребят, ну, это не смешно. Ну, реально, абсолютно не смешно.
Ну, серьезно. Вы оцениваете в 500 рублей свои знания и свою терапию, Юлия? Вы серьезно? Мы сделали минимальные стоимости как сезонов, так и разборов. Они настолько минимальны, что дальше просто ну некуда. Ну вы чё? Что за издевательство? Вот. Поэтому, если кто-то хочет, например, ребята, которые пошли на 7-й сезон, ну, пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность пойти на разборы с 7-м сезоном. Тогда 7-й сезон у вас вообще будет 2500 рублей. Что такое 2500 рублей? Мне просто вопрос для многих возникает. Ну, вы поймите, что вы должны преодолевать какие-то вообще препятствия, что ли. Но хотя бы какие-то препятствия в 500 рублей вы способны преодолеть и ради ваших изменений? Или вам все должны разжевать, делать бесплатно и так далее? Вы что? Почему все должно подстраиваться под ваши обстоятельства? Почему вы не можете поставить цель пойти разгрузить фуру, если вам нужны изменения? Я сейчас условно говорю. Почему нету желания у многих? Вот они говорят... 4500 дорого. Относительно чего дорого? Относительно чего? Если стоит задача, надо ее решать. Понимаете? И то мы думаем о том, что в 2018 году стоимость будет больше. Плюс мы заканчиваем, я заканчиваю занятия по скайпу, который стоит 4000 в час. Вот. Поэтому, собственно говоря, я хочу, чтобы вы учились решать задачи, а не клянчить, попрошайничать и ныть. И еще жаловаться при этом. Когда у человека осознанного стоит какая-то задача, он ищет способы ее решения. А не сидит и говорит, как ему плохо, и он не может решить задачу. Вот школа, кстати говоря, вот способствует именно вот этой стратегии. Реши задачу правильным способом. Не понимаешь, как решать задачу? Дурак. Именно поэтому двоечники и троечники гораздо более эффективней и гораздо более успешней, чем все вы вместе взятые многие. Вот вас как со школы задрочили, если ты не можешь решать задачу, ты сидишь тупо и плачешь над примером. А двоечники и троечники учатся решать поставленную задачу. Как можно написать контрольную? Как можно закрыть сессию? Гибкость ума к решению поставленной задачи в рамках закона – вот что является главным вашим ресурсом для развития. А не нытье со словами «мне не хватает 500 рублей» и село. А можно на 500 рублей меньше? Как будто 500 рублей что-то решат в твоей жизни. Если у вас не хватает денег 4500, чтобы заняться своим развитием и заняться своей терапией, решайте эту задачу. Скайп-консультирования, скорее всего, не будет. А если они и будут, то они будут... только для тех, кто прошел ту подготовку, которую необходимо. Потому что рассказывать всем индивидуально за 4 часа, за 4 тысячи в час о том, что такое ВСД, я не хочу. Но 30 евро – это еще по-божески. В Соединенных Штатах когнитивная терапия стоит $300-400. И вы за скорость только же. Это у нас русские люди, они постоянно ноют. Они постоянно ноют и жалуются. У них то государство плохое, то правительство плохое, то погода плохая, то муж плохой. В общем, плохо все, кроме ее решения. 19 тысяч рублей в час США прием психотерапевта. Антон, они не понимают.
Они живут в стране с огромными возможностями, с достаточно вменяемыми 6% налогами, если мы говорим про ИП и упрощенку, и мы говорим про страну, в которой огромное количество незанятых ниш, где еще ничего не развивалось даже. И эти люди даже в таких условиях не способны что-то предпринимать. Они способны только жаловаться, понимаете? Я вас еще раз всех призываю одуматься и уметь думать над решением поставленной задачи. Это все понимают? Решать поставленную задачу. Вот что вам необходимо делать при работе над собой. Если ты понял, что твой невроз связан с конкретной локальной ситуацией, если ты понял, что ты эмоционируешь в конкретной локальной ситуации, ты решаешь эту задачу. Думаешь план действий и решаешь. Если ты понимаешь, что тебе необходимо пойти на какой-то тренинг или семинар, для того, чтобы развиваться и получать новый опыт и новые знания, и тебе нужно заработать там. Мне даже странно это говорить, понимаете? Я хожу на семинары, ну, такие серьезные, стоимость которых 30, 50, вот сейчас я был 65, в феврале я записался, 150 тысяч будет стоить мой тренинг двухмесячный. И вы что думаете, там одни миллионеры, что ли, приходят? Туда приходят люди, которые накопили, заняли, заработали, фуры разгрузили, чтобы заниматься своим развитием. Решается поставленная задача, если вам это нужно. Это очень важный ключевой навык. Это важный навык. Иначе вы просто будете созерцать вечно какие-то проблемы, которые вас якобы одолевают. Я хочу, чтобы вы научились их решать. Окей? Сейчас, одну секундочку. Последний день оплаты за 7-й сезон, когда? У нас там идет разбивка по стоимости. Посмотрите сайт krasikov-online.rf. Там идет разбивка по срокам. То есть, чем раньше вы оплачиваете, тем дешевле. Для своих, а вы у нас свои, дешевле не будет. То есть, если вы хотите пойти на разборы и хотите пойти на сезон, то это можно уже оплачивать, там вместе получается дешевле. Если оплачивать только 7-й сезон отдельно, то там идет какая-то градация. Для своих на начальном этапе, по-моему, 4,5. Я сейчас не вспомню. Посмотрите сайт Красиков онлайн. Но, в общем, чем раньше, тем лучше. Потому что цены будут на отдельный 7-й сезон подниматься как для своих, так и для всех. Я вот не помню, 5000? Да мы даже, Сереж, не говорим про ценность, понимаешь? Я хочу, чтобы люди научились решать даже задачи в таких цифрах. Многие даже такие задачи решить не могут. Если вы разборы оплатили раньше, вы можете связаться с Татьяной и доплатить 2500 и получить 7-й сезон. Мы так разрешаем. Если разборы вы оплатили, кейсы, вы можете доплатить всего 2500 и принять участие еще в 7-м сезоне. Проблем нет никаких. Для вас это все сделано. Окей? Просто я почему вот так много об этом говорю? Потому что персоналок не будет до конца года. Вот кто оплатил, там, кто из VIP-пакета, с VIP-ами я буду заниматься, там у них по 2 персоналки.
а больше персоналок не будет. И надо понимать, что надо решать поставленную задачу, а не упираться рогом только в одну калитку. Это важно очень. Так, начинаем. Итак, посмотрите на вашу табличку. Вы все фиксировали ситуации, в которых у вас возникали определенные эмоции. Напишите сейчас, пожалуйста, в чате. Но они не могут зайти и прочитать всю информацию, им надо все разжевывать. Ведь зайти и прочитать информацию – это усилие, Наталья, понимаете? Это усилие над собой, это надо понять. Люди, знаете, мне пишут, например, ВКонтакте, где указан сайт, где указаны все ссылки, прямые ссылки и ссылки на сайт. Они начинают долбить моего директора со словами, сколько стоит, сколько чего. Они даже не в состоянии зайти на сайт. Они даже не в состоянии проявить какие-то усилия, чтобы подумать о том, что ну давай посмотрим сайт Алексея, найдем. Давай посмотрим вообще, что на странице указано. Понимаете? То есть люди, это не лень, это склад мышления. Это не лень вообще ни разу. Вот в этом вся беда. Это склад мыслительного процесса. Люди разучились решать задачу. Они привыкли, окей, Google, сколько стоит. Они не могут элементарно даже систематизировать информацию, многие. Многие не могут. Вот мне, например, надо встретиться с одним очень известным и важным человеком. И он мне сказал, позвони моему помощнику. Я полдня искал сайт, чтобы найти телефон помощника. Я не нашел. Я нашел сайт, но телефон помощника мобильный я не нашел вообще нигде. Как вам кажется, что я сделал дальше? Связаться с этим известным человеком я не могу напрямую. Мы с ним пересеклись на одном мероприятии. Он сказал, позвони моему помощнику, моему директору. Я весь интернет перерыл, не смог найти телефон помощника. Что я сделал дальше? Я позвонил своим друзьям со словами, кто знает, как связаться с помощником такого-то человека. И один из моих знакомых сказал, кажется, у меня был ее телефон. И он мне ее дал. И я с ней связался. А если бы я был так, как большинство из вас, я бы в лучшем случае бы пару-тройку сайтов открыл, не нашел бы телефон и сел. Я не нашел телефон. Я не знаю. Но учитесь решать задачу. Это к вашим неврозам относится на 100%. Это сейчас не нравоучение. Я надеюсь, вы это понимаете, да? Это на 100% история про ваши неврозы. Потому что вы сами поставили себя в ситуации в жизни. Сами. Своими выборами, своими решениями. Потом в этих ситуациях сами страдаете. И чтобы из этих ситуаций выйти, нам потребуется двойственная гибкость. Гибкость мышления и гибкость поведения. Понимаете? Ну, упертость – это хорошо, но не надо путать упертость с идиотизмом. Потому что у нас, знаете, какие есть клиенты упертые? Вот они долбят наши социальные сети. И каждые 2 минуты, когда им не ответили, знак вопроса присылают. Ответьте, ответьте, вы не ответили, ответьте, вы не ответили, ответьте. Они считают, что это упертость. Я считаю, что это тупость. Потому что если тебе не отвечают в ВКонтакте, найди способ связаться по-другому. Все сайты есть, напрямую телефон есть. А мне не ответили на телефон. Гениальный ответ. Ну, перезвони. Напиши на почту. Напиши в WhatsApp. Напиши в Telegram. Напиши в это самое, ВКонтакте. Напиши в комментарии. Люди не способны решать задачу. Они как, простите меня, вот уперлись рогом
и плачут. И это напрямую касается терапии ваших неврозов в принципе. Я не знаю, как быть. Все, приплыли. А подумать, а систематизировать, а изучить материал, а как-то его обобщить в голове, а как-то системно посмотреть, а потом что-то с кем-то связаться, спросить. Столько препятствий люди себе придумывают на пути своей терапии. Мама, не горюй. Одни препятствия у них. У них одни препятствия. И знаете, что самое главное? Они видят препятствия в деньгах, они видят препятствия еще там в чем-то, в погоде, в самочувствии. У них одни препятствия. Я считаю, что не главное препятствие одно – их собственный ум и негибкость в этом уме. Вот это, на мой взгляд, главное препятствие вашего развития. Это ваша негибкость. Это касается мышления, это касается поведения. Потому что сегодня мы весь день будем говорить с вами об этом. Посмотрите, какими старыми способами вы пытаетесь решить задачу. Но если у вас способы задачу не решают, ну, надо искать другие способы, а не долбить наш контакт или еще что-то. У нас есть куча клиентов, которые каждые 2 минуты пишут «знак вопроса, ответьте», «знак вопроса, ответьте», «почему не отвечаете», «почему молчите», «почему молчите», «почему молчите», «почему молчите», «ответьте», «ответьте». Вы слышали мой вопрос? Я его спросил, ответьте, где вы, где вы, где вы? Алло, алло, ау, ау, ответьте, ответьте. Вы считаете это нормальным? Они называют это упертостью. Я называю это негибкостью. Поэтому очень важно понять, что если ты столкнулся с какой-то задачей, которая не решилась сразу, окей. Давай сядем, подумаем. Ведь вся психотерапия про решение задач и про нахождение ответов, согласны? Про нахождение ответов. Первый навык, который вы столкнулись, у вас были панические атаки и самочувствие, страх за здоровье. Кто-то проявил находчивость и эрудицию и стал изучать YouTube. Потом кто-то проявил находчивость и эрудицию и стал смотреть разные ролики и систематизировать это в голове. Понял для себя какие-то упражнения, совершенно бесплатные, начал их применять. Кто-то понял, что он их применяет, но недостаточно эффективно. И он принял решение пойти туда или в какое-то там в разные места для того, чтобы ему объяснили детально. Кто-то разочаровался туда, куда он пришел, и он начал искать что-то еще, а потом что-то еще, и в итоге он добился своей цели. А кто-то даже этого сделать не способен. И это мы сейчас просто, вот так вот просто прикоснулись к маленькой проблеме про информацию о панических атаках. Вот мы недавно с моим коллегой Павлом говорили по этому поводу. И я вам так могу сказать, что люди, которые могут вот находить решение, даже когда им их разжуешь, их не так уж и много. Вот расписал план действий, все, расписали упражнения, расписали на каждый день задачи. Вы что думаете, они их выполнять пойдут? Половина не пойдут. Потому что надо напрягаться, потому что придется сталкиваться со страхом, с дискомфортом. Когда тебе муж или жена или начальник что-то сказал, то, что тебе кажется неправильным. Ой, как дискомфортно рот-то не открыть. Да? А подмывает же так. По старым граблям, по старым маршрутам так сильно подмывает сказать что-нибудь. А тут придется, оказывается, себя как-то одергивать и говорить о том, так, стоп, как ты сейчас злишься? Помните, мы об этом говорили? Как ты сейчас злишься? Куда сейчас попадает? Как ты это делаешь? Что сейчас происходит с тобой? К себе обращаться в ситуации, где ты был всю жизнь убежден, что люди неправы, очень непросто. И начать диалог со собственным эго очень страшно. Я вам вот кто-то раз просил рассказать подетальней. Я вам могу сказать, что в третий день мы делали несколько интересных упражнений. Я не могу о них рассказывать детально. Но и я вам так могу сказать. Последние упражнения, которые я делал, я испытал 3 панических атаки. В этом упражнении я столкнулся со всеми своими страхами.
которые у меня когда-то были заново. Сначала у меня поднялась тахикардия. Потом мне стало казаться, что мне не хватает воздуха. У меня 3 раза начиналось предпаническое состояние, а мне двигаться было нельзя вообще. Кто-нибудь ездил на Випассану? Ну, вряд ли кто-то из вас ездил на Випассану. Там были упражнения оттуда. А мне двигаться нельзя. Ой, как было весело. И я столкнулся один на один, внутри самого себя, со всеми этими страхами и сомнениями. Я не пошелохнулся. Это в пятницу было. И я очень хорошо понял, как эти упражнения заставляют нас опять поднимать то, что когда-то было. Все страхи поперли наверх. И потом, когда через 1.5 часа я закончил выполнять это упражнение, я почувствовал в себе нереальное количество сил, что я смогу справиться с любым болевым и моральным дискомфортом. Я этим упражнением буду делиться только те, кто будут у меня в Москве на тренинге, потому что так дистанционно не надо. Это очень сильно. Я был мокрый, я вам просто передам. У меня была футболка и была еще сверху с капюшоном, как это, олимпийка. У меня футболка и олимпийка были мокрые насквозь. Плюс нам еще завязали глаза и были такие черные повязки. У меня первый раз в жизни эта вся черная повязка была мокрой. У меня футболку олимпийку можно было выжимать. Страхов не было где-то внутри. Это все, что когда-то отталкивало меня от чего-то. Это все мои прошлые опыты полезли наверх. Опыты того, как я включал заднее. То, чего я когда-то пугался. И у людей полезли там куча разных страхов. У кого-то полезли самое забавное, что когда мы потом обсуждали это упражнение, у многих людей полезли страхи именно социального осуждения, слабости, позора, потому что там очень сложно это упражнение делать. И очень хочется сдаться. А сдаваться нельзя. И очень многие плакали, и мужчины там даже рыдали, кого-то тошнило. Потому что первое, что полезло, это обида, поражение. Обиды, поражение, стыд полез. Нет, не захоронение заживо, нет. Хотя психологически отчасти похоже, но нет. Захоронение там хотя бы ты боли физической не чувствуешь. А у меня была такая боль, что у меня до сих пор все болит. И лезет наверх все вообще. Вот просто все лезет, все, что было когда-то. И я для себя самого смог доказать, что даже сталкиваясь с предпаникой, с тахикардией, я научился полностью не подчиняться этим вот позывам автоматическим. Это очень крутой опыт, и я попробую с ним поделиться с теми ребятами, кто приедет на семинар в Москве. А семинар в Москве будет 2 и 3 декабря. Я там включу эти упражнения. Очень важно, они очень интересные. Только надо будет с собой спортивную одежду взять, потому что мокрые будете. Вот. Ну что, идем дальше. Да причем здесь не вышло? Там просто упражнение такое, что там не болеть не может. Что здесь не вышло? Что там должно выходить? Ну, вы не очень понимаете суть этого упражнения, вдаваться сейчас в него не буду. Ты сталкиваешься с очень сильной физической болью, которую надо терпеть. И с огромным дискомфортом. Морально в том числе. Итак, давайте разбирать нашу табличку. Так, сейчас, ребята, у меня кто-то опять подстырил маркер. Кто-то мне куда-то я опять маркеры подвезл. Сейчас, одну секунду. Маркеры где вы?
Так, маркеры найдены. Мы продолжаем. Давайте откроем ваши таблицы. Приезжайте на московский семинар, я все покажу. Да нет, не БДСМ. Какой БДСМ? Обычные упражнения психологические. Но очень сильные. Но моим клиентам, конечно, это будет тяжело. Я им просто это покажу. И они все увидят сами. Цена семинара в Москве 10 тысяч рублей за 2 дня до 20 ноября, если оплачивать. Если после 20, то 15. Поэтому, кто хочет, может уже оплачивать спокойно 10 тысяч рублей, бронировать себе спокойно билеты и приезжать. Полные 2 дня, да. Поэтому я считаю, что 10 тысяч – это небольшие деньги для такого двухдневного живого со мной семинара в одном пространстве. Группа небольшая, у нас обычно человек 15-20, поэтому все будем обсуждать, учиться, практиковать и так далее. Кто хочет, приедет. У меня люди приезжали вообще из других континентов. Так, поехали. У нас с вами есть табличка, все помнят, да? Это табличка самодисциплины и самонаблюдения. Откройте сейчас ваши таблички. Вы что, прикалываетесь, на какую тему семинар? Тема терапия неврозов и развитие стрессоустойчивости. 2 дня по 8 часов. Какой анонс вы ждете? Тема одна. Терапия неврозов и развитие стрессоустойчивости. Уточнялкины. Открываем ваши таблицы. Приведите мне, пожалуйста, пример сейчас в чате, какие были ситуации. Когда будут разборы, мы будем обсуждать это в скайпе живым голосом. Сейчас я прошу вас всех написать, кто что для себя заметил, я прокомментирую. Кто что заметил, какие ситуации цепляют, что цепляет, какие наблюдения были, задумайтесь. Какие ситуации цепляли, какие явно бомбили. Орут дети. Угу. Вот, смотри, ребенок не слушается. Сломалась стиралка. Оскорбление мужа. Уже кого-то меньше стало цеплять. Страх ошибиться. Мужа онкология. Сочувствую. Разговор с родителями. Ссора с мамой. Муж сказал, много трачу денег в магазине. Наехали в театре. Ребенок. Угу. Заболела нога. Гениально. Страх не угодить клиентам. Пьяный сын. Сестра не пригласила на день рождения. В общем, ваша задача была отслеживать, и по-прежнему ваша задача отслеживать то, куда вас бомбануло. Все это поняли? Все, что вы сейчас... Вот молодцы, все, стоп, хватит. Позже встаю, хочу больше успевать. Это вообще не про мой вопрос, Жанна. Вы куда-то мимо кассы. Что зацепило, да? Не жалобы, блядь, ваши, а какие жизненные ситуации вас бомбят. Научитесь меня понимать, пожалуйста. Какие жизненные ситуации вас бомбят, а не ваши невротические фантазии под названием «Как я умру и от чего?». Мне это, Лена, вообще не интересно. Задача наша с вами – изучать то, что вас бомбит. И бомбить вас может в двух вариантах. Либо от гнева, либо от стыда. От гнева либо на окружающих, либо на себя и так далее. Молодцы. Вот все, что вы сейчас написали, на самом деле является просто ситуацией.
Вы там даже где-то написали характеристику, что на вас наехали, муж оскорбил. Все это полная херня. Объясню почему. Муж не может вас оскорбить. На вас не могут наехать в театре. Люди просто делают какие-то действия и говорят какие-то слова. А уже вы их истолковываете по определенному принципу. Вот наша с вами задача – видеть, как вы истолковываете слова, а не изначально шлепать определениями, что на вас наехали. Никто на вас не наезжал. Вам просто что-то сказали. Вам могли предъявить претензию. Вас могли что-то попросить. Вам могли что-то сказать. Вот и все. И как вы истолковываете это ваша проблема. Это ваша проблема, как вы это истолковываете. И если вы привыкли истолковывать слова близких и родных таким образом, чтобы обижать себя, это и есть ваша одна из проблем. Если вы привыкли всем давать характеристику ввиду их поведения или ввиду их какого-то говорения, это ваша проблема, а не проблема тех, кто говорит не так, как вы хотите. И не проблема тех, кто делает не так, как вы хотите. И пока вы это не уясните, далеко вы в своей терапии не уйдете. Потому что все, что вокруг вас происходит, априори нейтрально. В принципе, это просто ситуация. Мы не можем относиться холодно к этим ситуациям. Мы будем испытывать какие-то эмоции. Например, вам может быть некомфортно и вам может быть неприятно. Да, мне неприятно, что моя подруга или мой муж или моя жена так-то поступила или так-то сказала. И я бы хотела, чтобы она вела себя по-другому. Но я осознанный человек, и я прекрасно понимаю, что эти люди ведут себя, исходя из своих убеждений и исходя из своих каких-то искажений, потребностей и неврозов. Кто я такой и кто я такая, чтобы требовать от родственников и от окружающих людей, чтобы они думали и делали так, как я хочу? Вот что очень важно. Потому что иначе, если вы вот эту базовую структуру не поймете, вам будет очень тяжело. И я призываю вас всех над этим думать. Поэтому первое, с чего вы начинаете, это ловите себя на том, что вас бомбит и куда попадает. Что вас бомбит и куда попадает. И ходите и записываете это, и вечером разбираете. Так вот, как выглядит технология. Пишем вместе со мной. Мы с вами, подскажите, на каком искажении остановились, что мы успели? Мы успели должествование, да, мы успели оценочное суждение. Подскажите мне, на чем мы остановились, чтобы я не сбился. Я сейчас хочу немножко детализировать. Только должествование, супер. Давайте запишем спасибо. Я понял. Спасибо. Итак, пишем перечень искажений. Это то, что называется автоматические мысли. Должествование. Оценочное суждение. Перфекционизм. Сейчас я напишу, потом буду все объяснять. Катастрофизация. Чтение мыслей.
Обобщение. Невыносимость дискомфорта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот из этого, из этих семи элементов состоит буковка М в схеме СМЕР. Все это поняли? Кто не знает схему СМЕР? Поднимите руки или поставьте плюсики. Кто схему СМЕР не помнит вообще? Есть такие? Кто слово СМЕР слышит вообще в первый раз? Вот это вот S, M, E, R. Есть такие, кто вот это не знает? Ситуация мышления, эмоциональная реакция, реакция тела и поведения. Так работает ваш мозг. Все знают. Это уже круто. Это уже большой прогресс. Ну, можно без У. О, это слишком, Алина, продвинуто. Те, кто рассматривает схему СМЕР с буквой У, это уже, знаете, такой next level. Это вот на живых разборах мы будем уже больше уделять внимание успеху. Потому что там мы будем исправлять конкретные ошибки в конкретных людях, и там как раз к успеху это будет все прикрепляться. Поняли все это? Сейчас про У мы говорить особо сильно не будем, потому что вам надо просто понять хотя бы методологию, что делать надо и как это делать. Потому что У – это естественно успех, это имеется в виду. Успех в терапии, успех в бизнесе, успех в личной сфере, успех в целом, личный, профессиональный – или на конкретной встрече, или на конкретном мероприятии, это последствия очень хорошей работы СМЕР вашей голове. Да, потому что когда вы можете управлять своим эмоциональным состоянием, ваше тело адекватно себя чувствует, вы рассудительны, вы бодры, вы не стрессируете себя, вы не перегружены стрессорами, у вас есть ситуации, требующие решения, но вы находите эти решения, вы не затягиваете все в дальний ящик, вы что-то с чем-то прощаетесь, что-то начинаете, с кем-то прощаетесь, с кем-то начинаете, и всегда движетесь вперед, и ваш успех всегда будет с вами. А вот те люди, которые как раз-таки испытывают в системе СМЕР проблему, они в реакции испытывают вегетатику, страхи, сомнения. В поведении они бездействуют, они молчат, они не принимают решений, они боятся. И никакого У им не грозит в принципе. Ясно, да? Поэтому мы сегодня с вами будем говорить только о структуре буквы М, чтобы вам дать методологию, окей? Ребятки, а все поняли, при чем здесь буква У? Все поняли? Хорошо. Ну, не обязательно писать. Просто вот эта связь, она у наших клиентов, она и на начальном этапе, она не осознается вообще. Они же упороты идеей про то, что у них панические атаки с ВСД, и у них, вот если не будет этого, то у них все будет хорошо в этом мире. Что является их обманкой. И обманкой такой приличной на самом деле. Окей, поехали. Значит, что мы делаем? Вот у нас есть с вами табличка. Все скачали методички, да, я надеюсь? И вот у нас есть первая колонка, вторая и третья. Вот мы в третьей колонке, я вот ее прям циферкой назову сейчас, 3. Вот мы в третьей колонке пытаемся найти то мышление, которое...
и создает вашу эмоциональную реакцию. Понимаете, о чем я? То есть тот тип мышления, который создает вашу «э», а именно эмоциональную реакцию. Всем это понятно? Первое, с чего мы начинаем. Пишем алгоритм. Значит, по поводу таблички. Первое. Мы ищем должествование. Первое, с чего мы начинаем, это где здесь должествование. Например, ситуация. Кто-то что-то сказал, и вы разозлились. И вы задаете себе вопрос, как я сейчас отреагировал на ситуацию, что я создал гнев. И первое, что вы ищете, это должествование. Например, он не должен. Или он должен. И так далее. То же самое касается эмоций стыда или страха. Например, я не должен. Или я должен. Вот это первое, с чего начинается ваша осознанность. Что первое, что выстреливает в мировоззрение человека, это жесткая нормативность должествования. И я хочу, чтобы вы научились это видеть. То есть с этого и начинается диспут, потом в четвертой колонке, но мы сначала ищем автоматические мысли. Это всем понятно? Что сначала мы пытаемся найти ситуацию и увидеть свое мышление по принципу должествования. Он не должен так себя вести, он должен вести себя так, как я хочу. Кассир не должна так себя вести, мама должна говорить по-другому, дети должны собирать игрушки быстро, дети должны меня слушаться. Муж не должен бухать по вечерам. Ну вы поняли, да? Я должна сдать экзамен с первого раза. Я не должна опоздать. Именно вот эти жесткие требования вы должны сначала просто увидеть, как это выглядит. Понятно всем, как выглядит должествование? Супер. Второе, к чему я рекомендую дальше обращаться, это оценка. Или оценочное суждение. Она выглядит примерно следующим образом. Если так, то я такой. Или если они так, то это значит. Пишите все это. Ну, например, мама не должна так себя вести, иначе она не любит меня. Муж должен вытирать ноги, иначе он не уважает мой труд. Вот все, что я попросил вас написать, помните сегодня выше, что вас бомбануло и что вас бомбит в принципе по жизни, это и есть та самая работа, которую мы сейчас с вами проводим. Попробуйте вот эти два элемента увидеть, когда вас что-то бомбило, увидьте, что было в должествовании, в оценочном суждении. Дети должны, иначе это означает. Мама не должна, иначе это означает. Вот, собственно говоря, вот если подвести итог, то даже взяв только вот эти два автоматических суждения, мы уже можем увидеть картину, по которой ваши эмоции уже брызнули. Там еще есть 5 убеждений, сейчас мы о них поговорим, но если даже вот эти два хорошо увидеть и быть осознанным, как они работают, то вы увидите такую картину. Например, если муж не делает, как я считаю правильным, он такой-то. Вот вам и эмоция. То есть эмоция в большей степени, я хочу вам секрет один открыть. Вот многие когнитивные терапевты все время упираются в должествование.
А у меня есть такое чувство, что больше эмоций генерирует именно оценочное суждение. Ну, например, смотрите, вас же больше зажигает и бомбит то, как вы к этому относитесь, а именно, он не должен так делать, иначе он не уважает меня. Именно понимание, что он не уважает меня, например, пишем, не уважает, не любит, не ценит, издевается, оскорбляет, унижает, я не знаю, что там еще, я тупой, он тупой, он специально. Я буду глупый. От меня отвернутся. Меня забудут. Меня бросят. Я себя не буду уважать. Я не буду себя уважать. Я шлюха. Я шкура. Продолжать? Именно вот это все, что я перечислил так вот коротенечко, это и есть оценочное суждение. Именно оценочное суждение и вызывает у вас генерацию эмоций из вашей бессознательной части мыслительного процесса. Все это поняли? Должествование является очень важным триггером, но сам эмоциональный бомбеж возникает, когда у вас возникает оценка события. Я не должна опоздать, иначе там все подумают, что я такая-то. Вот именно вот эта конечная формулировка «все подумают, что я такая-то» и заставляет вас суетиться, заставляет вас генерировать эмоцию, и ваша вегетатика запустилась. Все это поняли? Если мой муж трахнул мою подругу, это означает, что он меня не уважает, он меня предал. Вот сюда запишите еще в список «предал». Это очень важно. Предал. Как вам кажется, человек эмоционально себя ощущает, когда он трактует ситуацию, что если он так поступил, он предал меня? Какая у него эмоция? У него огромная обида и у него гнев. Вот вам и ВСД ваше. По физиологии. Ну и тупое поведение, естественно. А если посмотреть на эту ситуацию осознанно, то человек просто поступил так, как вы не хотели бы. Человек поступил так, как он считает нужным. Вы не ожидали, что он так поступит. Ну и что теперь? Дальше что? Да, вы не ожидали. Да, удивительно, да, неприятно, да, сожалею, ну и все. Чувствуете, да, куда я клоню? Что вас бомбит всегда именно вот это. Если я совершу ошибку, это докажет, что я тупой. Именно вот эта конечная формулировка в вашем головном мозге, когда промелькает молниеносно, заставляет вас суетиться. Поняли, о чем я? Если я сегодня не успею все запланированные дела, я неэффективная. Давайте еще запишем. Предал. Неэффективная. А что там еще можно? Неэффективный, я опечатался. А, не... Не за что любить. Нельзя уважать. Я вам рекомендую вот этот весь списочек себе написать, ребят, окей? Не поленитесь, перепишите, потому что вы увидите, что когда вы будете искать интерпретацию, как вас бомбит ситуация, вы увидите отчасти согласный этот список. Поставьте плюсики, кто сейчас понял, что у него, он уже видит вот из этого списка, ну, пускай интуитивно, пускай не на бумаге, но он видит, что именно туда влетает. Вот, супер, красавчики. Вот оно. Вот вам очень простой на всю жизнь урок.
Супер. Ну, я не ожидал, что это так много. Красавцы, молодцы. Вот вам на всю жизнь урок, что такое ваше мышление. Даже в первом приближении, поняли? Все, спасибо. Остановитесь. Именно вот этот секрет, один из секретов мы пытаемся донести. Никому не нужна. Вот я вам вообще рекомендую. Давайте сделаем так. Пишем домашнее задание. Ребят, я не буду его проверять. Это на вашу, как бы, ответственность. Пишем домашнее задание. Выписать в список свои привычные автоматические суждения оценочные. Я хочу, чтобы вы их выписали в список. Вот так, как я сейчас это сделал. Всем это понятно? Вот так, как я сделал это сейчас, чтобы вы видели, насколько вы предвзято. У меня есть одна подруга, она обратилась ко мне с личной проблемой. 5 минут потребовалось, чтобы она рассмеялась и сказала: «Ну, я тупая курица». Но это не это оценочное суждение, но это тому не касалось. Это был больше юмор. Она говорит примерно так: у меня проблема с мужчинами. Заявка была такая. У нее все время с мужчинами выходил один и тот же результат, они куда-то пропадали, в общем. И она меня попросила помочь ей разобраться, что он такое делает, что мужики все постоянно пропадают у нее. И она говорит, дело даже до секса не доходит. Говорит, ладно, вы после секса пропадали, хоть понятно, ну какие-то хотя бы очертания, а тут они даже до секса не доходят. Хотя очень заинтересованы изначально. Она такая эффектная девушка достаточно. Не буду передавать весь диалог, но в одном из разборов, который я с ней проводил, очень интересный паттерн мы увидели, что она интерпретирует постоянно поведение мужчин сама, сама дает этому оценочное суждение, а потом сама еще не пишет и не звонит и не спрашивает. Ну, например, мужчина, они запланировали с ним встретиться на неделе, и он сказал ей, ты знаешь, у меня очень много работы, переговоры, я не смогу. Она посчитала, что он отмазывается, и он не хочет с ней видеться. И она не может задать ему вопрос в СМС или в телефонном звонке, потому что она говорит примерно так. Если я буду звонить и спрашивать, это означает, что я навязываюсь. А если я навязываюсь, то я размениваюсь. А это неправильно. Примерно, я сейчас детали не помню, поняли, да, о чем я? Примерно вот такая конструкция понимания заставляла ее не звонить и не прояснять ситуацию. Я говорю, слушай, говорю, а давай предположим, что ты напишешь СМС, как только такая ситуация произойдет, примерно с такими словами. Ты знаешь, я немножечко сейчас нахожусь в недоумении, потому что я ожидала, что мы увидимся. У тебя возникли какие-то дела, или ты не хочешь, скажи, что происходит? Скажи, там, какие-то... Как же я там говорил? Если тебя что-то смущает... И, в общем, я пытался ее вывести на то, чтобы она написала и задала просто вопрос, без интерпретаций, да? А она такого написать не могла. Или, например, она может написать, у меня такое чувство, что ты от меня отворачиваешься и не хочешь со мной встречаться. Вот такого она написать не могла, потому что ей казалось, что она навязывается, и это неправильно. И как только она двум-трем своим молодым человеком написала такие сообщения, оказалось, что у них действительно были объективные причины, и у них действительно были определенные обстоятельства, они с ней встретились просто чуть позже. И все у них там хорошо получилось, то, что она и хотела, собственно говоря. А вот если бы она этого не стала делать, все пошло бы по старым граблям. Вот такая маленькая-маленькая иллюстрация, что наши оценочные суждения заставляют нас не только эмоционировать, но и вести себя определенным образом. Давайте потом уточнение, а то я собьюсь. Вот все поняли домашку?
попытаетесь выписать привычные вам оценочные суждения. Если муж так делает, то это так-то. Если я так делаю, то это так-то. Если я сделаю так, то это так-то. Например, вот кто-то спросил про буковку «У» как успех. Что мы будем на разборах видеть? Хотите, поделюсь кейсом одним? Просто кейсом хотите поделиться? Поделюсь. Как мой клиент достиг успеха? Ко мне обратилась женщина, ну, как бы уже за, скажем так, за 35. Она много лет работала на работе и, по-моему, проработала там больше 10 лет в своей компании, в каком-то там отделе. И несколько раз ей предлагали занять должность начальника отдела, но она отказывалась. Потому что у нее было убеждение, что если она согласится, то все сотрудники подумают, что она зазналась, подумают, что она идет по головам, в общем, подумают то-то. Потом было убеждение о том, что если она не справится, все будут над ней смеяться, и это ужасно, и так далее. И это убеждение оценочное выводила ее в поведение все время отказываться. Когда мы с ней работали, она пожаловалась отчасти еще и на это, когда мы перешли к теме уже результатов в жизни. И у нее было такое задание – выписать вот эти оценочные вещи, которые ее тормозят. И когда она стала диспутировать то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, и дальнейшее наше занятие, она сказала себе, что как только у меня будет такая возможность – я обсужу сама собой эту ситуацию и посмотрю, действительно ли это так. И действительно, через несколько месяцев ей предложили опять должность начальника отдела. И она начала диспутировать, а действительно ли кто-то подумает, а с чего я взяла? А даже если кто-то и подумает, что изменится? А я сама что хочу? Да, я действительно засиделась, и я действительно хочу попробовать себя. Да, возможно, у меня не получится, а возможно, получится хорошо. Да, я не идеальный, и, скорее всего, будут ошибки. Ну и так далее. Там был целый когнитивный диспут. И она сказала, да, действительно, я бы хотела попробовать, думаю, что я справлюсь. И она стала начальником отдела, и потом еще получила еще одно повышение до директора этого регионального управляющего. Ну, что-то такое. Ну, какая-то хрень вообще с регионом. То есть... А я к чему этот маленький такой пример? Наши оценочные суждения и те убеждения, которые у нас есть, они не только создают внутреннюю эмоцию, вегетатику и невроз, но они являются просто камнем на цепи вашего развития. Все это поняли? Теперь понимаете, почему я смеюсь все время, когда люди приходят вот, и начинают жаловаться на... вот какие-то вегетативные истории, потому что посмотрите, насколько они далеки от истинной картины, что с ними происходит. Они уперлись в телесное проявление и в тревогу локально, но если разворачивать всю эту картину, то это история очень большого личного и профессионального неуспеха. Вот вам еще один кейс. У меня был клиент, он входил в десятку Forbes молодых миллионеров до 33 лет. И с точки зрения бизнеса он был очень успешный. Но с точки зрения личного успеха – нет. Потому что все его миллионы, у него была капитализация 33,5 миллиона долларов к его 30 годам. Он жил в Сан-Франциско. Все у него хорошо было в финансовом плане и в плане очень успешный молодой предприниматель. Очень круто, все хорошо. Но невроз, паники, вегетатика, тревога и прочая хрень. Потому что профессиональный успех, которого он добился, это последствия его убеждений и его амбиций невротических. Да, у него получилось, но проблема не решена была. И вот когда мы с ним стали разбирать то, о чем мы с вами говорим, и он пересмотрел некоторые свои убеждения и стал действовать так, как он хочет, душой собственной «я», я вам могу сказать,
не обязательно всем так делать, просто я поделюсь кейсом. Он продал свою долю американским топ-менеджерам. Он вышел из бизнеса практически, по-моему. Я сейчас не знаю, он сейчас где-то опять в Таиланде или еще где-то. Он ходит в горы, он обожает Тибет, он прыгает с парашютом, он путешествует. И он стал заниматься тем, что ему нравится действительно ему. Он отказался от всех невротических иллюзий, которыми его им руководили когда-то. Он там отдал денег кучу в детские дома, отдал кучу денег там, в недвижимость будущим детям там, и так далее. Сам очень скромно живет, абсолютно, я бы сказал, даже немного аскетично. Я к чему? Я к тому, что вы не можете прийти к личному и профессиональному успеху, если вы будете постоянно ведомы вот этими невротическими вещами. Но об этом чуть позже, это немножко глубже. Дальше идем. Итак, вот у нас есть должествование, оценочное суждение. Все это увидели? Выписать в список свои привычные автоматические суждения, оценочные. Это касается мужа и его поведения. Это касается жены и поведения. Это касается детей и поведения. Это касается людей и поведения. Это касается себя и поведения. Вы должны увидеть, как вы себя оцениваете или оцениваете других. Вот у нас сегодня кто-то писал по поводу детей. Если бы у нас сейчас были разборы, я бы попросил бы кого-то, кто писал мне, например, я бы выбрал кого-то, я бы сказал, позвони мне сейчас. И мы бы провели бы небольшой бы скайп-диалог, где я бы задал такой вопрос. Окей, что ты думаешь, когда твои дети тебя не слушаются? И вы бы услышали бы диалог консультанта и клиента. И она бы сказала примерно следующее. Если, когда мои дети не слушаются, меня это очень сильно раздражает. Что ты думаешь, когда твои дети не слушаются? Я ничего не думаю, меня просто это раздражает. Нет, давай предположим, что ты как-то об этом думаешь оценочно. Но если твои дети тебя не слушаются, что это означает? Это означает, что я плохая мать и не смогла их воспитать нормально. О! То есть получается, когда твои дети тебя не слушаются, ты злишься на саму себя, потому что якобы их непослушание доказывает то, что ты плохая. И ты на них злишься, потому что они являются неким красным покрывалом, доказывающим, что ты плохая, неэффективная мать. Тот же самый паттерн возникает у управляющих, когда их подчиненные что-то нарушают трудовую дисциплину, или когда их подчиненные косячат, они злятся, руководители. Почему они злятся? Что для тебя означает, если твои подчиненные не соблюдают трудовую дисциплину? Это означает, что я неэффективный руководитель, пишет он в своем дневнике. Получается, ты злишься на себя, а потом ты злишься на своих подчиненных. Потому что якобы они являются объектом доказательства того, что ты неэффективный. Кстати, я забыл сказать, мы пишем в чате только тогда, когда я скажу. Мы помним, да, это? Учимся выдерживать дискомфорт. Все услышали? Пишем в чате только тогда, когда я скажу. Вот вам два простых примера. Что для тебя означает? Давайте это запишем. Запишите себе это в рабочие дневники. Что для меня значит, когда так происходит? Вот вам вопрос. Когда мои дети меня не слушаются, что для меня это означает? Или, например, еще один вопрос. О чем это говорит? Ну, например, когда твой муж так тебе ответил, о чем это говорит? Это говорит, что он не любит меня. Вот вам и вытащенное автоматическое суждение о том, что причина ваших эмоциональных обреакций является то, как вы интерпретируете. Вот вам два простых вопроса, поднимающие и переворачивающие ситуацию. Что для вас это означает и о чем это говорит о вас?
Если, или возьмем такую ситуацию. Кассир там медленно обслуживает вас на кассе и медленно пробивает товары. И у вас поднимается эмоциональное состояние. Что ты думаешь в этот момент? Я думаю о том, что кассир медленно работает, она должна работать быстрее. И что это означает для тебя? Это означает, что она меня задерживает. И о чем это говорит? Что это значит, если она тебя задерживает? Это значит, что меня не уважают. Это значит, что мне придется потерпеть. Серьезно? То есть потерпеть тебе – это большая проблема. Она должна работать быстрее. Я же здесь стою. Наберут по объявлению. Понятно. То есть, понимаете, о чем я? Мы всегда должны уметь изучать собственные реакции. Что для меня это означает? Почему меня это так задело? Например, такая банальная дворовая ситуация. Вы куда-то заходите, кто-то выходит, и кто-то кого-то толкнул случайно там плечом. И у тебя поднялся градус эмоций, адреналин. И ты подрался, например. Тупейшая ситуация, но если ее разбирать, выглядит это так. Если он так себя ведет, он не уважает меня. А если я сейчас не отвечу, это означает, что я струсил. Вот именно эта интерпретация поднимет градус и вызовет поведенческую реакцию, которая может привести вплоть до лишения свободы, если человек умрет от тяжких телесных или от неумышленного убийства. Ну, ударится головой, например. То есть, я хочу, чтобы вы поняли, что ваша осознанность начинается с ответственности того, как вы понимаете ситуацию. Кто-то в интернете написал, что вы гей, и у вас есть эмоция по этому поводу. Это неправда, он не должен так писать. Если я сейчас не отвечу, он подумает, что я струсил. Если я сейчас не отвечу, не включу обратку, они подумают, что... Это и заставляет вас эмоционировать и вести себя странно. Вот эти два момента ясны. Не надо сейчас писать в чате ничего. А теперь можно. Вот поставьте плюсик, кто сейчас осознал какие-то вещи для себя. Увидели, как это работает? Вопросы здесь какие есть, только короткие, именно по этой теме. Молодцы. Именно вот по этим... Ну, понятно. Именно по должествованию, оценочному суждению, какие уточнения? А если есть договор с человеком, так он не будет делать, он все равно делает. Чё? А если есть договор с человеком, что он так не будет делать, он все равно делает, но это его право. Не делать то, как вот у вас есть договор. Человек имеет право нарушить собственное обещание. Человек имеет право повести себя так, как считает нужным. Действуя согласно договору. В договоре как раз прописаны все действия для этого. Если кто-то не выполняет эти действия. Если у вас договор на словах, и он как-то не делает так. Ну что значит обещал? Если человек обещал, это не означает, что он тебе должен. Я бы хотела, чтобы люди держали свои обещания и были осознанными в своих словах и поступках. Но я прекрасно понимаю, что люди бывают разные. Мне жаль, что человек не держит свои обещания. И, наверное, я не буду больше с ним заключать никаких сделок и обсуждать это. Пускай живет так, как считает нужным. Я сделал для себя свои выводы и двигаюсь дальше. Вот и все. Мне неприятно, согласны? Но я не эмоционирую, как больная истеричка по этому поводу. Ты обещал! Ты обещал! Ты же обещал! Ну что за идиотизм-то? Вы же не настолько конченая тварь, чтобы орать дурнины, что он обещал. Понимаете? Ну да. Да, такой человек. Ну, так бывает. Делайте выводы, двигайтесь дальше. Еще раз повторю. Было бы неплохо, если бы все люди сдержали свои обещания. Но я понимаю, что у людей могут быть разные мотивации на это.
и причины разные. Я могу поинтересоваться и спросить, а что послужило поводом, почему ты не сдержал свое обещание? Может быть, был какой-то объективный повод. Например, человек пообещал тебе, да, а у него что-то случилось. Например, ты там начнешь как дура орать со словами «Ты же обещал, ты обещал». Он говорит: «Дура, дай сказать». «Нет, ты обещал, все. Дура, я бабушку хоронил в деревне, у меня телефона не было». И вот тут ты станешь действительно дурой в этот момент, потому что ты даже не можешь выслушать человека своей дурнины. Как переклинило, ты должен, ты должен, ты должен, ты обещал, ты должен. Выслушай человека. А что явилось причиной не сдержать слово? И вот когда человек тебе скажет, что кто-то умер, кто-то заболел, кого-то сбила машина, кошка застряла в водосточной трубе, делай выводы. Выводы нам надо делать, исходя из того, что человек, что в реальности происходило. Например, твой парень трахнул какую-то девушку. И ты, как больная конченная истеричка, верещишь, что он так не должен. Вопрос заключается в том, что какой бы я задал вопрос, вот вам ситуация, задача, пожалуйста. Парень, молодой парень девушки был увлечен в измене. И эта девушка, ее переклинило убеждением, что он не должен, иначе он не уважает ее, и так далее, и тому подобное, и она не дает ему даже слова сказать. И она обвиняет его во всех смертных и тяжких грехах. Какой бы был бы мой вопрос на месте этой девушки, как вам кажется, с точки зрения когнитивной терапии? Пожалуйста. Верно, Петр. Окей, хорошо, ты так поступила, ты и сказал об этом. Отлично, спасибо тебе большое за прямоту. А расскажи, чем был вызван такой поступок? Что за мотивация? Почему ты так поступил? Тебе захотелось, она тебе понравилась и так далее. И вот тут будут развиваться события. Да, я влюбился. Раз вариант. Я выпил на донышке, и я не творил, не знал, что я творю. Или она меня напоила, села сверху. Там начнется ответ. Или, ты знаешь, я пытаюсь тебе последние полгода объяснить, что мне не нравится то, как у нас с тобой сексуальная жизнь устроена. Я последние полгода пытаюсь тебе это объяснить. Ты сказала, что тебе все нравится, и ты ничего менять не хочешь. Я последние полгода пытаюсь тебе объяснить, что я так не могу. Я полгода с тобой об этом говорил, ты мне говорила, что это мне неинтересно, если ты меня любишь, ты будешь мне терпеть такое. Да у тебя жопа стала 20 килограмм плюс, как тебе ебать можно в эту жопу? Я не могу этого делать, понимаешь? Давай что-нибудь с твоей задницей делать, я не испытываю полового влечения к этой жопе, ты можешь это понять? Ну, если ты меня любишь, ты будешь любить меня всегда любой. Что за пиздец ты себе придумала, мать? У мужчины есть гормоны и есть половое влечение. И если твоя жопа стала такой, как ему не нравится, и то, что у него не стоит, удивляться не надо. Чего вы себя обманываете? И если скрывается вот это, а потом ты уличаешь его в измене и еще обвиняешь его в этом, как вам такая ситуация? Поэтому, когда вы начинаете верещать по поводу того, что кто-то там виноват, давайте подумаем о том, что прежде чем строить оценочные суждения и обвинять кого-то в том, что он не соответствует его ожиданиям, узнайте реальную картину и мотивы поведения. Всем это понятно? Потому что обвинить, например, кого-то в том, что он повел себя не так, как мы хотим, очень просто и удобно. Но задать вопрос, что явилось мотивацией такого поведения, нам неудобно. Потому что начнутся реальности. Твоя задница, твой внешний вид, твое поведение. Например, девушка изменила парню с каким-то человеком. И парень начинает орать на нее, что она шлюха. Тварь конченая, туда-то и туда-то ей дорога. Знаете, да, такие ситуации?
А если разбирать эту ситуацию, то выясняется, что девушка уже год терпит то, как он к ней относится. Что он не уделяет ей внимания. Он абсолютно, во всяком случае, так, как она просит. Не уделяет ей внимания так, как она просит. Сексом он занимается раз в две недели, и то каким-то странным сексом для нее. Она пытается вывести его на какие-то более интересные вещи. Она пытается делать так, чтобы они с ним это обсудили. А он говорит, это все фигня, это все не то, и ей плохо. И она год терпит, и терпит. И в какой-то момент подворачивается энергичный бездельник, а в эти моменты обычно энергичные бездельники очень быстро подворачиваются. И у нее в голове одна простая вещь. А что мне терять? Мне что терять? Парня, который идеально ко мне относится, как я хочу, внимание, забота и так далее, его нету. Офигенный секс, его нету. Какие-то другие блага, их нету. Только есть некая иллюзия былого аффекта. И у нее в голове сходится пазл, о чем мне терять. Вот, молодой, энергичный, с утра до вечера внимание уделяющий парень, который глазами меня пожирает и хочет меня отхерачить так по полной программе. Как ты думаешь, что она выберет? И обвинять ее потом еще в этом, это очень низко по отношению к понятию мужчина. Потому что это ты допустил ситуацию, что она так себя повела. Потому что если бы ты был для нее важен, ценен и необходим, она бы так себя не повела. Ни одна девушка в здравом уме и трезвой памяти не будет рисковать мужчиной, который для нее является опорой, защитой, стабильностью и сексуальным удовлетворением. Она не будет этим рисковать. И если она рискнула и так себя повела, это ты так сделал. И это ты допустил то, что она испытывает потребность в этом. Девушки, если вы с этим согласны, восклицательный знак поставьте. А то они у нас всех обвиняют только гораздо. Шлюхи, твари. А то, как они себя ведут. Что-то как-то ни у кого мозгов не хватает задаться вопросом. Вот вам, мужики, пожалуйста, смотрите статистику. И когда вы в следующий раз будете орать на свою подругу, что она тварь конченая и шлюха, ты себе в глаза-то посмотри и признайся. Вон, посмотри, сколько их. Пожалуйста. И то же самое я могу сказать парням и их девушкам. Когда твой парень... Сейчас, чтобы было справедливо, парни будут у нас ставить восклицательные знаки. Подождите, я еще не просил. Когда девушка... Да подожди ты. Когда девушка не занимается своей фигурой, парень не намекает, слушай, ну... Она говорит, что ты на ее жопу пялишься? Ну, конечно, а что он пялится? У нее жопа красивая. Она ходит в спортзал, она следит своим питанием. Ну, предположим, или ему нравятся пышные попы, хорошо, но у тебя она не пышная, она у тебя пиздец какая здоровая. Это не одно и то же. Соответственно, тут вариант заключается в том, что девушке, парень может девушке говорить, намекать. Она может, или, например, он пришел уставший вечером с работы, пытается с ней поговорить, чтобы она просто на отвлеченные темы. А она, давай ему мозг ебать. Когда ты кредит оплатишь? Мне сегодня звонили. А это то. А мама сказала. А папа сказал. А это что? А это что? А это где? А это как? А когда мы это? И у него начинается такое мозгоебалово в голове. И вот вся эта картина. Секс ей не нравится. Голова у нее болит. Дома все не так. Одни сплошные претензии. И в какой-то момент наступает такая точка, когда ему пацаны говорят, а пойдем в сауну. И приходят две интересные девчонки. Веселые, мозг не выносит, все хорошо. Да забей на свои проблемы, пойдем повеселимся. И вот чудо, его член входит в ее рот. Какая неожиданность. А она потом говорит, что он конченая тварь, потому что он так поступил. А как ты создала атмосферу дома и вашей паре, что он на это пошел? Ты об этом не задумалась. Мужчина, который ценит свою девушку, которая его понимает, поддерживает, старается заботиться о нем, он ее не будет променять, если он не глупый совсем человек. Мужчина, кто с этим согласен, восклицательный знак поставьте, пожалуйста.
С мужчинами тяжелее. Девушки быстрее среагировали. Девушки, вот вам статистика. А теперь посмотрите друг на друга. Что вы учудили? Вы друг другу выносите мозг. Вы друг друга не уважаете. Вы не обсуждаете. А только кормите друг друга претензиями. Поэтому я вам искренне рекомендую начать задумываться о мотивации и об оценочных суждениях. Все это поняли? Круто. Идем дальше. Это такой был небольшой, этот самый, бонус вам. Поэтому, когда кто-нибудь вам изменит, посмотрите в себе внутрь и скажите, а что я упустил? Понятно, мужики и девушки? Когда кто-то от вас уйдет и кто-то вам изменит, посмотрите и скажите, а что я упустил? И как я могу в следующих отношениях это исправить? И не надо биться головой об асфальт, Зина, вернись! Или Коля! Не обязательно. Зин и Коли много. Вопрос в твоем развитии. Да, это был хороший урок. Я понял, что я не уделял своей девушке внимания. Да, я поняла, что я слишком выносила мозг, и я буду работать над собой. Девочка сделала вывод, когда ее нахер послали. Мальчик сделал вывод, когда его нахер послали. Сказали спасибо тебе за урок и двигаетесь дальше. Вот это нормально. Все понимают это, я надеюсь. Но я догадываюсь, что не все это понимают, но те, кто понимает, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. И не надо биться головой об асфальт. Нет никаких половинок, есть просто ваше развитие. Каждый человек для вас учитель. И даже если вы будете всю жизнь орать дурнины, что она вам изменила, у нее были на это объективные причины, поводы и желания. Она имеет на это полное право. Другое дело, что вас задевает, знаете, какая упоротая картина? Что вы же хороший. Вы же такой хороший для нее. Вы такая хорошая для него, а он, тварь такая, так поступил. Вот это, конечно, ваше искажение. Это ваше оценочное суждение, что вы идеальны и с вами вот так. А если вдаваться в правду, то человек, который так поступил, может вам обосновать, почему он так поступил. И даже если вы будете праведны и праведным, внимательным человеком, он скажет, блядь, чувак, ты настолько правильный, что мне захотелось вот того долбоеба, понимаете? Ты настолько, сука, правильный, ты трахаешься настолько правильно и настолько размеренно, я могу тебе заранее сказать, как ты меня повернешь и как ты меня положишь. Я тебе могу на неделю сказать, как ты будешь мне что писать и говорить. Мне так это заебло, братан, ты очень клевый пацан. Но мне хочется какой-то интересной импровизации, эмоций, интриги. Но нет этой интриги и эмоций с тобой, ну прости. Имеет ли она на это право? Конечно, имеет. То же самое касается парня. Блин, ты меня очень любишь, ты заботливая, но пресно с тобой мне, ну пресно, но не прикольно. Мне хочется вот такой девочки, которая готова на какие-то интересные вещи. Но ты хорошая, ты молодец, но мне с тобой пресно. Имеет ли место быть это? Имеет. Будьте вы осознанными. И если что-то изменилось, не надо из этого делать греческую трагедию. Просто проясните ситуацию. Вот и все. И если вам скажут, что с тобой, ну, не получается, это не означает, что вы плохой человек. Это означает, что у этого человека просто что-то поменялось во вкусах, в интерпретации и так далее. И это нормально. Все это поняли? Вывод сделали? Эта тема, Юлия, не больная. Эта тема обычная и банальная, я бы сказал. Это ваш мозг из этого делает больное. К сожалению, ваш негибкий мозг. И вместо того, чтобы порадоваться и сказать спасибо тебе большое за опыт, за учебу, я пошла дальше, и следующие мои отношения будут уже с исправленными вот этими ошибками. Радуйтесь, когда вас бросают, радуйтесь, когда вас увольняют. Это прекрасный опыт.
сделать работу над ошибками и получить что-то новое. Все это поняли? Радоваться надо, а не биться головой об асфальт. Когда дети тяжелее, согласен, но тяжелее – это всего лишь ваши рамки. На самом деле, когда есть дети, тяжелее иногда просто чисто в каком-то таком тайм-менеджменте или финансовом аспекте, или юридическом. Только там могут быть некие заковырки и некоторые нюансы. Но, опять же, эмоционально, часто девушка говорит, у меня ребенок. Все, вот у нее есть такое убеждение, что ребенок это, знаете, как будто якорь на шею повесили, и вот она с этим якорем плывет. Да, дети – это ответственность, это издержки, это расходы, это постоянные нервы и так далее и тому подобное. Но простите меня, это не конец света и не концлагерь. Опять же, к началу нашего занятия, где надо уметь принимать решения и действовать. Окей, вот вам небольшой такой бонусный момент, мы с вами идем дальше. Потому что я задолбался уже читать вопросы из сердобольной истории про вот этих всех вторых половинок. Это такой бред. Радоваться надо, исправлять ошибки, развивать свою осознанность, признавать свои косяки, когда я вынесла ему мозг. Да, я разожралась, ему не понравилось. Да, я поправилась на 15 килограмм. А с чего бы это вдруг он должен меня любить такой, какая я есть? Ну, не нравится человеку моя физическая форма. Ну, нравится ему немножко поменьше или, наоборот, побольше. Но имеет ли он это право? Вот почему у вас есть такое интересное убеждение, что вас любить должны любой? Можете мне объяснить просто? Вот любите меня любым. Вам не кажется, что это слишком эгоистическая позиция? Слышали вот эту фразу? Если ты меня любишь, ты будешь любить меня любой или любым. Слышали, да? Вот это слышали фразу? Но вы ее тоже наверняка говорили. Если это настоящая любовь, ты будешь любить меня всегда любой и любым. Вот откуда вы этот бред взяли? Можете мне поинтересоваться просто? Если в какой-то момент времени вы подходите друг к другу, то через 3-5 лет вы можете измениться, и вы можете не подходить друг к другу. Какое вы право имеете требовать от человека? У него изменились вкусы за 3-5 лет. Он поменялся, и вы поменялись. Это нормально. Как вам не стыдно пытаться давить на человека со словами «люби меня любой, иначе ты предатель»? Что это за бред-то такой? Да это и есть ваши иллюзии, в которых вы живете. Но ты встретила человека, он в 20 лет был энергичным, красивым романтиком. Сегодня ему, допустим, 28, и он бухает, колется и ворует. И тебе это вообще ну никак. И что? Тут, конечно, вопрос каждый решает сам. Но это к вопросу о том, что люди меняются физически, эмоционально и поведенчески. И никто не обязан не поменять к нему свое отношение. Я хочу, чтобы вы задумались об этом, потому что вы упороты какой-то непонятной идеологией собственной. Причем самое забавное, что вы от этого еще и страдаете. Приходит пациентка вся в неврозе, вся там в генерализованном тревожном расстройстве только лишь потому, что у нее есть убеждение. Особенно вот это связано, знаете, с чем? Я сказала, что я буду любить его всю жизнь. Мне было сколько тебе было лет, когда ты ему это сказала? Мне было 19. А что сегодня? Сегодня мне 27. И что с ним? Это полный пиздец. А что с ним? Да это полный пиздец, Алексей. Это. Я уже не знаю, что делать. Что ты там ищешь? Я же сказала, что я буду любить его всю жизнь. Вот понимаете, к чему я? Вот плюсик, кто сейчас меня понял. Поэтому все вот эти ваши истории – это и есть ваши камни,
который вы сами себе повесили на шею и сами не можете из этого выйти. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Это безумно важно. Может, этот фрагмент вырезать на YouTube? Вырезать про измены фрагмент на YouTube? Ну вот, про измены, про поведение. Мне кажется, это полезно будет нашим зрителям. Я сейчас роликов не снимаю, я только фрагменты какие-то вырезаю. Но потому что это жесть, ребят. Вам херово. Вам плохо. Юлия, ты думаешь, они способны этот вебинар найти? Да нет, конечно, они не найдут его. Вон сейчас спроси, кто знает, что этот вебинар есть и где его найти. Никто тебе не скажет. Алина, никто тебе не скажет, где этот вебинар отдельно найти. Это непросто. Надо проявить эрудицию, активность. Не все люди на это способны. Тем более, не все способны заплатить аж 1500 рублей. Поэтому мы какой-то фрагмент этот вырежем, наверное. Окей, все, поехали дальше. У нас еще убеждения есть. Ребята, пишем. Пишем. Итак, вот мы рассмотрели первые два убеждения. Это должествование, оценочное суждение. И вы у меня с сегодняшнего дня тренируетесь, когда что-то забомбило. Я понял так, что тема-то была не просто, да, видимо, я ее так из себя-то сейчас выдавил-то. Потому что тема-то животрепещущаяся. Потому что у вас кандалы висят на шее. Если так, то я шлюха. Если так, то я проститутка. Тут я плохой, тут я не смогу. Все, вы себе такую иллюзию нарисовали. И вот в этой вашей иллюзии вы и живете. Согласитесь? Вот вы нарисовали себе иллюзию про работу, про личную жизнь и про семью. И вот в этой иллюзии вы и находитесь. Это, знаете, в двух соснах заблудился. Причем одну сосну я придумал себе сам. Я придумал себе сам, что я буду шлюхой, если я так-то поступлю. Я придумал себе сам, что я буду неправильным, что я буду плохим, что я буду таким. Вы сами себе это придумали. Мы говорим про рамки закона. Все остальное вы сами себе придумали. И это и есть ваш якорь. И если вы сейчас задумаетесь о том, когда у вас все началось, посмотрите, какие иллюзии вы себе придумали. Если так поступлю, это плохо, потому что. Если я так сделаю выбор, я это плохо, потому что. А если я буду так себя вести, это плохо, потому что. А люди не должны, а люди это должны, они должны так, они должны так. Вы себе придумали две гири. Одна гиря на шее, как должны люди себя вести по отношению к вам. А другая гиря – это как вы должны себя вести по отношению к чему-то. Наша задача – иметь ценности. Но эти ценности должны быть гибкими по ситуации. Я могу убить собаку, если я вижу, что она умирает и что ей реально плохо. И любой нормальный хирург или этот самый, как его, ветеринар так сделал бы. А вы бы бегали вокруг этой собаки и верещали: «Ой, не умирай, не страдай!» Если понятно, что у собаки переломана нахрен спина, у нее там кровища хлещет и все, и так далее. Зачем мучить животное? Вы когда приезжаете в ветеринарку, и ветеринар выходит и говорит: вы знаете, это жесть. 3-4 дня животное мучается, боли. Давайте сделаем укол. И у вас просыпается то самое, о чем я говорю. Помните эту ситуацию? Вот, Юля, поизучайте это. Какие были убеждения? Где рациональная часть адеквата? Животное страдает, мучается. И где ваши убеждения, что это плохо, неправильно и так далее? Вот такой жесткий пример, дискуссионный, но я хочу, чтобы вы его прочувствовали. Когда вы мучаетесь и страдаете в паре, что вам мешает принимать решение? Когда вы мучаетесь и страдаете на работе, в паре, в браке, в жизни, вы сами выбираете страдать.
Потому что решение принимать и какие-то поступки, у вас что? Возникает куча убеждений о том, как должно, как не должно, и как это будет. Вы знаете, у меня есть один клиент, коль уж такая пьянка пошла, который мучается несколько лет и не может принять решение, потому что у него есть убеждение о том, что если он это решение примет, осудят родители, близкие и родственники. И это неправильно. Я вам могу таких рассказать примеров несколько сотен. Потому что неврозы – это химера, это иллюзия. Вы живете на свободной планете. Единственное, что вас просят – соблюдать закон. Единственное, что вас просят, это соблюдать закон. Все остальное – ваша иллюзия. И неврозы – это ваши иллюзии. То, как это функционально проявилось в виде ВСД, тахикардии там, и так далее, это последствия тупика, в который вы себя загнали. Все меня слышат сегодня? Вы сами себя загнали в ментальный тупик. Потому что вы себе придумали нерешаемые ситуации. Потому что если вы так поступите, вы шлюха, а если вы так поступите, это плохо. А потом вы себе еще придумали, как мир должен с вами себя вести. Понимаете? И вы удивляетесь, почему вас колбасит, потому что все должны так, как вы хотите. Вы сами придумали себе иллюзию, как должно быть, и сами себе придумали иллюзию, что будет, если. И в этой иллюзии и есть ваши ответы на все ваши вопросы. Вот если бы сейчас кто-то бы включил осознанность и меня понял, он бы вообще закончил бы свою терапию, в принципе. На всю жизнь. Вот я вам серьезно сейчас сказал вещи, которые позволят многим закончить свою терапию прямо сегодня. Но проблема в том, что это я понимаю. Потому что я вот туда уже пришел к этому. И я вам оттуда рассказываю. Но вы находитесь каждый на собственном уровне осознанности. И у кого-то уровень осознанности пока что граничится форумом. А я не умру сегодня. У меня тахикардия 80. А у кого-то уровень осознанности уже другой. Но у него есть автоматические привычки, да? Например, эмоционировать, не принимать решения, потому что вот эти убеждения все еще что? Они все еще сильны. И они требуют отработки. Они требуют осознанности и ежедневной отработки. И все вы разные. Но я вам сейчас сказал то, что может избавить вас от неврозов на всю жизнь. Просто насколько вы готовы это понять, это вопрос... такой к вам больше, к вашему уровню. Смелости не надо. Смелость вам нужна, Викей, только одна. Это начать подвергать сомнению собственные иллюзии. Вот это даже я бы записал. Смелость терапии неврозов – это не только упражнение с паникой. Я бы даже, если честно, бы сейчас бы записал это. Давайте это запишем. Смелость терапии – это не только упражнение с паникой, но самое главное – смелость – это подвергнуть сомнению свое привычное мышление. Вот это нужна смелость, ребята. Потому что если вы всю жизнь были конченной истеричкой, которая орала на всех, что они не такие, как она хочет, вот ей потребуется, знаете, сколько смелости признать, что это она проблема, а не они. Согласны со мной?
Если вы в обиде, потому что кто-то вас бросил, и вы считаете, что они виноваты, а вы такая хорошая, ой, как много вам потребуется, зайки моей, смелости, чтобы признаться, что это у вас есть и черты характера, которые не подошли другому человеку. И это нормально. Вот смелость признаться себе в своих ошибках и в своей неидеальности, вот тут вам потребуется смелость ого-го какая. И когда у вас корона вот такая, и вот тут начинать осознавать свои ошибки в претензиях, свои ошибки по факту на работе и в быту, ой, как вам много потребуется смелости. Я работал парикмахером когда-то. И у меня какой-то момент, я понял, что я... Мне так все хвалили, что в какой-то момент я забыл о том, что я могу вообще-то ошибаться. И в какой-то момент меня очень быстро отрезвила история, где клиентка устроила такой кипиш в салоне, потому что я вообще сделал не то, что она хотела. А я был уверен, что я специалист в этом смысле и сделал ее все правильно. И когда я понял, что, блядь, чувак, ты сделал вообще не то, что клиент хотел. Будь внимательней, спрашивай, узнавай, детализируй. Вот тогда я начал задумываться. Поэтому у тех людей, у кого корона одета со словами, они все делают правильно, идеально и так далее, вам потребуется много смелости признать самому себе, что вы можете быть неправы. И если вы руководитель или собственник, вы тоже можете быть неправы. Смелость заключается, Марина, в том, что отец имел право повести себя так, как он посчитал нужным. А смелость тут заключается в том, чтобы его понять. И пожалеть, конечно, об этом, но понять, что он имел на это право, и чем он руководствовался, мы не знаем. А не обвинять окружающих. Вообще вся, ребята, психотерапия – это не про окружающий мир, если хотите. Все меня понимают? Кто меня сейчас понимает, плюсик поставьте. Психотерапия – это не про окружающий мир, это про вас. Молодцы. И если у вас проблемы завтрашнего дня, а вы завтра выходите на работу, это проблема окружающего мира, пока что вы далеки от психотерапии, котята. Потому что проблема вашей терапии не в окружающем мире, и не в погоде, и не в людях. И когда вы будете ехать завтра в метро или в маршрутке, и люди будут пахнуть, наступать вам на ноги, и вы будете цокать со словами «какие люди не такие», вы вспомните мои слова, с чего начинается психотерапия. Да, я еду в маршрутке, где некомфортно, где люди все разные, они пахнут и толкаются. Они несправедливые, агрессивные. Но я сейчас выбираю, как к этому относиться. Я пришел на эту работу, и тут то-то происходит. Я сейчас решаю, как к этому относиться. У всех этих людей свои неврозы, свои искажения. Я хозяин. Напишите себе это на лбу. Я хозяин, а не они. Пишем вместе со мной. Большими буквами пишем. Я хозяин своих эмоций, а не они. Запомните это. Не люди в маршрутке хозяев. Неужели вы настолько расхлябанные твари, что хозяин ваших эмоций – это люди в маршрутке? Это погода. Это люди, которые просто поступили каким-то образом. Неужели хозяева ваших эмоций – тролли в интернете? Какие-то непонятные склоки на работе. Они хозяева ваши или вы? Да, люди разные. Они несправедливые, они эгоистичные,
Они алчные, жадные, странные, невротизированные. Это печально. И мы имеем право вести себя так с ними, как посчитаем нужным в рамках закона. С кем-то прерывать взаимодействие. При необходимости, ребята, я могу и в бубен кому-то дать, если я посчитаю, что мне или моим близким угрожает что-то. И пускай хоть один человек обвинит меня в том, что я не прав, потому что я психолог. Я могу и нахер послать. Я хозяин. Но это вопрос про другое. Когда есть какая-то угроза и так далее. Или когда я понимаю, что меня пытаются проломить морально. Когда мне клиенты начинают с утра до вечера названивать: возьмите, возьмите, вы должны, вы психолог, возьмите, вы должны, вы же психолог. Блядь, идите нахер, а? Я человек прежде всего. Вот и все. А есть мои коллеги, у которых есть иллюзия, что они психологи, и их теперь должны ебать в жопу за 4000 в час. Это неправда. Нет, есть, конечно, такие коллеги, и они с радостью отдаются, а потом они, правда, с переутомлением падают. Вы хозяин своих эмоций, а не кто-то вокруг своими действиями хозяин над вами. Все это поняли? И если кто-то ведет себя как-то, вы что, хотите, чтобы он управлял вами или вы управляли ситуацией? Ребята, зашло вот так вот? Али нет. Хорошо. Идем дальше. Вы хозяева, и это очень важно, а не обстоятельства. Я хочу, чтобы этот урок пересматривали как можно дольше. Как можно дольше, чтобы пересматривали это занятие, ребята. У меня прям руки чешутся его выложить в YouTube. Просто вещи важные. Но мы же не можем. Нет, мы можем. Но я подумаю. Кусочек. Да я замучаюсь резать эти кусочки, если честно. Так, пишем дальше. Пишем. Следующее искажение, над которым вам надо будет работать и отдельно диспутировать. Пишем третье. Перфекционизм. Перфекционизм. Это проявление выглядит так. Требования от себя и окружающих идеально правильных действий и поступков. Поступков мышления. Частая, ребята, история, из которой складывается ваше понимание мира, это слишком жесткий перфекционизм по отношению либо к окружающим, либо к себе, где вы не даете права себе на ошибку. Пишем: тут я не даю себе и другим права на многогранность, я бы так сказал. Дело не только в ошибке. А выглядит это примерно так в ваших дневниках. Я не должен ошибаться, у меня все всегда должно получаться правильно. Или я никогда не должна опаздывать, иначе это докажет, что я плохой сотрудник. Я должна справиться с проектом с первого раза. Я должна сдать идеально сессию. У меня не должно не получиться. У меня должно быть все и сразу на высшем уровне. Или, например, люди должны себя вести
предвкушая там какие-то мои ожидания перфекционизма. Люди должны не опаздывать, люди должны быть такими-то, такими-то, такими-то. То есть мы наделяем себя или окружающих такими требованиями, где мы сами себя или людей поставили в какие-то рамки. Здесь я хочу оговориться. Это не про психологию руководителя. Это про другое. Потому что если вы, например, руководитель, и вы приехали утром на работу, и вы увидели, что ваш сотрудник опоздал, и вы молча прошли мимо и промолчали, и скажете себе про то, что, ну, я же не перфекционист, Красиков сказал, что все люди разные, на-на-на-на-на-на, было бы лучше, это немножечко не туда. Вы можете так сказать себе, было бы неплохо, если бы мои сотрудники не опаздывали, но я прекрасно понимаю, что они все люди, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и не поднять градус. Но, как руководитель, вы обязаны подойти и сказать, ты опоздал, я это вижу. И еще 3 опоздания, и мы принимаем какие-то санкции. Потому что, если вы руководитель, вы должны приходить раньше. Зачем вам надо приходить раньше? Чтобы вы видели, кто как соблюдает трудовую дисциплину. Иначе у них будет возможность опоздать. Но если у вас в офисе не стоит электронное считывание по карточкам, кто во сколько приходит, конечно же. Но так или иначе, руководитель чаще всего должен приходить раньше. Это важно очень. Но это другие уже тренинги по другому поводу. Поэтому... Вот тут не путайте перфекционизм с некой профессиональной историей. Потому что если вы будете использовать перфекционизм, а точнее рациональный ответ, чтобы питать свои слабости, где вы не скажете, промолчите, где вы дадите слабину, как руководитель, например, то это не про это вообще. Работа с перфекционизмом – это работа над сверх нездоровыми, над сверхнездоровыми требованиями. Например, должно ли у вас получаться все с первого раза? И доказывает ли это, если так не получится, что вы плохой? Должны ли люди не ошибаться? И должны ли люди делать все идеально? Поняли, про что я? Про перфекционизм вопросы, пожалуйста, задайте мне. Про перфекционизм будут вопросы? Ребята, а мне чат выключен, да? А, нет. Так, по перфекционизму вопросов не будет. Идем дальше. Страх ошибиться. Ну, смотри. Вопрос такой тебе. Что ты думаешь о себе, если ты ошибешься? Как выглядит убеждение? Если я совершил ошибку, то это означает? Или почему я не должен совершать ошибку? Подумай. Перфекционизм может быть, Сережа, мотивацией, но он должен быть в середине. Перфекционизм жесткий, он является мотивацией, но он рано или поздно приведет тебя к перегоранию и к истощению. Страх ошибиться, Александр, что за этим стоит? Что я не идеальный, а должен им быть. Тогда это нарциссическая компонента. И эта нарциссическая компонента перевешивает вашу психику. Я не идеальный, а должен им быть. Это и есть один из критериев нарциссического расстройства. И там, кто меня периодически в интернете обвиняет в нарциссизме, у меня нету ни малейшего желания быть идеальным. А вот, Александр, у вас, как я читаю, есть вот эта история. Я должен быть идеальным. И ошибка, вот смотрите, как это выглядит. Вот, Саш, если бы вы сейчас были
у меня на разборах. Я бы хотел, чтобы вы пришли на разборы. Саша, вы придете на разборы? Просто я, ребята, разборы буду делать из это самое. Я буду выбирать на каждом занятии разные кейсы, чтобы показать разные состояния и разные проработки. Саш, если вы придете, дайте о себе знать, потому что я бы хотел бы с вами это разобрать, потому что, скорее всего, мы говорим о нарциссической компоненте. Согласны? Я должен быть идеальным. Вот стратегия. А потом смотрите, как это работает. Чтобы быть идеальным, я должен, двоеточие, и пошло. Не ошибаться, быть таким-то идеальным, и тут-то, то-то делать, и тут это и ему, его в жопу и долбит. По полной программе, простите меня. И пока вот здесь не будут раскручены требования, он будет страдать. Все услышали вот это Сашино убеждение «я должен быть идеальным», чтобы доказать, что я. Если я не идеальный, мама меня не будет любить, я буду плохой. Ну да, но это немножечко чуть дальше. Но вопрос в том, что вы хотите быть идеальным. И вот эта идеальность, она как раз и является вашей ахиллесовой пятой, потому что идеальности не существует. И уж тем более вас можно, Саша, любить. И вы не будете плохим, если вы где-то будете ошибаться. Все это понимают? Все это... Вот. Вы сейчас очень хорошо это видите. Вот все это запишите, все, что вы сейчас пишете. Супер. Да какая разница, откуда это? Научитесь сначала это видеть и это диспутировать. Пишем дальше. Саш, рекомендую вам прийти на разборы кейсов. Разберем. Так, третье. Перфекционизм. Увидели перфекционизм, пишем. Перфекционизм – это стратегия получения любви и уважения. Вот это вас и подловило многих. Кому откликается, имейте это в виду. То есть, если у вас вот это требование в себе очень сильно присутствует, вот вам и нужно будет сконцентрироваться на этом, что вы просто с детства привыкли использовать перфекционизм по отношению, например, к себе. Ведь кто сейчас догадается, звездочку золотую на плечи, какой вид невроза на 100% соответствует этой ошибке? Чтобы меня любили, у меня должно... Ну, все, ОКР, все правильно. Это ОКР. Перфекционизм – это стратегия именно ОКРщиков. Чтобы меня любили и уважали, я должен быть идеальным. Это и есть ОКР. Потому что такая стратегия создает такое термоядерное напряжение. Вопрос, внимание, группа. Почему у ОКРщиков стратегия перфекционизма создает огромное термоядерное напряжение, которое потом выходит в виде компульсии и в виде конверсии, обсессии? Поняли это? Вот у ОКРщиков же много ритуалов, чтобы быть идеальным, надо, надо. Или, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это, я не идеальный, а вдруг это. И вот у них это завертелось. Верно, потому что невозможное, Петр правильно говорит, и Н, но вы молодцы, пишем, ОКРщики обречены. Молодцы, пишем вместе со мной. Такая стратегия обречена на страдания. Кто-то оплачивает разборы уже. Это вы, что ли? Ну, хорошо, буду рад. Такая стратегия обречена на страдания, ибо перфекционизм невозможен,
невозможен к реализации. То есть ОКРщик создает себе стратегию перфекциониста, потому что ему кажется, что это реализуемо. Но проблема в том, что в реальной жизни он будет сталкиваться с постоянным неидеальным миром, согласны? И неидеальным собой, где у него будут ошибки, косяки, невнимательность там, и так далее и тому подобное. Согласны? То есть, получается, стратегия заранее обречена. И если я успею спасти ОКРщика, это счастье. Потому что, как правило, до меня доползают ребята с ОКР, которые так себя отхерачили уже этой стратегией, что они уже хрю сказать не могут. Но самое забавное, что они и стратегию отпустить не могут. Внимание, вопрос к группе. Почему ОКРщик не может отпустить стратегию? Даже если он отчасти, с помощью канала «Невроза Мегаполиса» или моих коллег по YouTube, осознал, что его стратегия неисполнима. Абсолютно верно. Молодец. У него нет другой стратегии. И у него огромный страх. Пишем. Молодцы. У него нет стратегии. У него нет альтернативы. Это первое. И второе. У него огромный страх. Иллюзия. Какая иллюзия? Какая иллюзия у КРщика, ребята? Помогайте, подсказывайте, думайте, голову включайте. Какая иллюзия у КРщика, какой страх, если он отпустит свой перфекционизм? Какая иллюзия? Конечно же, что от него отвернуться, он никому не будет нужен. Верно? Он никому не будет нужен, как он думает. Его осудят, его бросят, он никому не будет нужен. Вот почему. То есть пишем, пишем. Сейчас мысли не повторятся эти никогда. Пишем. Он боится из-за своих иллюзий быть брошенным и ненужным. Именно это держит этих ребят в этой стратегии. Нападать надо именно на это. Потому что пока вы не объясните себе и не подкрепите действиями, что если вы сделаете не на 100%, а на 70%, ни хрена в вашей жизни не изменится. Поднимите руки, кто это прошел уже в своей терапии. Вот сделай не идеально, а на 70%, и вы увидели, что ничего не изменилось. Но не сделай ты ритуал, и ничего не изменилось. Вот они. Вот эти поведенческие навыки очень важны. Вы должны учиться быть неидеальными и доказать себе, что ничего не изменится. Я вам больше скажу. Представьте себе, ребят, я сейчас чат выключу, послушайте то, что я говорю. Представьте себе ситуацию. ОКРщик начинает свою терапию. Представили? Он осознал это про стратегию, и он стал вести себя по-новому, более гибко. А у него был только один друг. И этот друг в какой-то момент от него отказался со словами: «Ты мне больше не друг, я с тобой дружить не хочу, ты мне больше не нравишься». Даже в такой ситуации, что это означает? Ведь для УКРщика это самый страшный страх – быть неидеальным, и его фактически бросили. Как здесь здоровый человек будет реагировать? Вот здоровая психика скажет: «Да, мне жаль, но это просто человек». И вот здесь очень важно понимать, что даже если от тебя отказался твой друг, это грустно,
Но ты движешься дальше, у тебя впереди будут другие друзья, которые будут любить тебя таким, какой ты есть в этом смысле твоей гибкости. Которые пишем, подождите, не сбивайте. Меня будут любить с ошибками. Меня будут любить неидеального. Меня будут любить разного. Вот что очень важно донести до ОКРщика. Потому что пока ошибки, неидеальность и разные для него недопустимо, как стратегия, он обречен. Все это поняли? Поднимите руку, кто это в себе нашел, эту ошибку. Кто в себе это Андрей? Андрей, приходите на разборы, поговорим с вами по скайпу. Даже если это мама. Конечно, какая разница? Мама – это обычный человек. Просто мама забеременела в какой-то процесс, в какой-то период жизни. Что такое? Ну и что? Это мама – обычный пациент психоневрологического диспансера, которая просто забеременела. Что это делает ее здоровой, что ли, беременность? Вовсе нет. Вот кто в себе эту стратегию отследил, я рекомендую вам обратить внимание на живые разборы, потому что было бы неплохо, во-первых, чтобы вы услышали кейсы, а во-вторых, было бы неплохо, если бы мы с вами с некоторыми бы это обсудили, и это бы помогло ОКРщикам. Так что приходите. А кто с ОКР придет на разбор кейсов, ребят? Во, супер. Классно, спасибо, что придете. Это многим поможет, потому что поговорим как раз. А те, кто думает, рекомендую вам прийти. Так, идем дальше. Супер, хорошо, разобрали. А, ребят, я остановлю чат. Идем дальше. Что у нас тут? Перфекционизм. Дальше поехали. Очень частые искажения. Давайте я к нему перейду. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Чтение мыслей – это автоматизм, которым мы наделены с детства, к сожалению. Мы с ним не родились. Нам немножечко это навязали, что ли. Выглядит это так. Я знаю, что они думают. Или как я выгляжу со стороны. Очень частое искажение, особенно касается это социофобов. Потому что у ОКРщиков и социофобов есть вот это искажение очень развито. Например, они заходят в какую-то комнату, кто-то похихикал, они думают, что про них хихикают. Это искажение работает из принципа следующего. Я сам о себе плохого мнения. Я сам себя не уважаю. И я сам о себе ничего хорошего не думаю. Вот так это работает у них в голове. Все это поняли сейчас? Внимание, пожалуйста. Если у вас в голове есть вот эта стратегия, я сам о себе плохого мнения, и я сам себя не уважаю, и сам о себе ничего хорошего не думаю, тогда у вас развивается следующая стратегия. Я путаю стратегию, смотри выше, с мнением окружающих. То есть вы фактически путаете то, что вы думаете о себе в виде сомнения и нелюбви себе, с тем, что якобы думают окружающие. Хотя на самом деле вы не можете слышать или знать точно. То есть, если я спрошу у ОКРщика или у социофоба, а с чего ты взял, что они вообще о тебе думали, ответ будет таким. Ну, о ком они, ну, а что, понятно, что про меня. Ну, как понятно? Ну, я так думаю, ну, я так чувствую. Ну, это же понятно, они на меня посмотрели. То есть, там начнутся догадки о том,
что о нем плохо думают. Там начнутся догадки, что про него говорят, о нем плохо говорят, про него думают. Кто нашел себя в социофобии, тоже приходите на живые разборы, разберем это голосом. Если сказали в лицо, это прекрасно. Вы просто не в чем-то вкусе, Света. Ко мне может подойти девушка и сказать: «Красиков, ты вообще такой долбоеб, ты не в моем вкусе». Я скажу: «Славно, зайка, это же прекрасно. Антон, Таня, приходите на разборы». Но сейчас внимательно слушайте технологию. Поэтому таким людям придется постоянно себе доказывать, слушайте внимательно, что я не знаю, что думают другие. Я вообще без понятия. Я просто путаю собственную нелюбовь и неуважение к себе в этих ситуациях, что я якобы что-то знаю. Идеальным поведенческим экспериментом тут будет проверка проекции. Где этот человек может подойти и сказать: «Ребята, у меня такое чувство, что вы про меня говорите». Это будет очень странно, если честно. Согласны? Представьте себе, компания стоит, смотрит ролик в YouTube какого-нибудь там популярного рэпера и смеются. И ты зашел такой в аудиторию, все на тебя посмотрели и продолжают хохотать, предположим. И у тебя мысли, что они про тебя смеются, потому что ты как-то одет не так или еще что-то, окей? И у тебя есть задание проверить проекцию. У тебя первое, что пришло в голову: про меня смеются, я какой-то не такой. Ты подходишь к ним и говоришь: «Ребят, что смеемся, про кого, про меня?» Они скажут: «Ты что, долбоеб, что нам про тебя смеяться? Мы тут ролик смотрим в интернете». Вы можете проверить иногда эту проекцию, например, если вы на работе чувствуете, что кто-то там на вас смотрит, и у вас есть такая иллюзия, что о вас плохо думают. Вы можете за обедом подойти и сказать: «Ты знаешь, у меня есть такое чувство, что ты как-то обо мне плохого мнения». Вы можете выразить это сомнение и поинтересоваться. Понимаете? Вот это очень важно. Если вы нашли себя в каждом искажении, Юля, это прекрасно. Вам прекрасной работы желаю. То есть здесь нам придется понимать, что вы путаете сомнение, собственное негативное мнение о себе с тем, что думают о вас окружающие. И вам придется проверять это. Пишем. Мне придется доказывать себе, что мои фантазии о мыслях других – это иллюзия. Проверять вопросом. А если мои предположения истины, это нормально, поскольку я и они можем быть в разных вкусах. Например, я кому-то не нравлюсь, мне кто-то не нравится. Но тут есть еще одна ошибка. Смотрите, в чем ошибка ОКРщика и социофоба. Слушайте меня внимательно. Ошибка стратегии. В чем? Кто догадается? Если я им не нравлюсь, я плохой человек. Вот в чем там главная ошибка этого искажения. Все это поняли? Ведь для чего он пытается всем понравиться и постоянно сомневается, чтобы всем нравиться? И он не будет переспрашивать или уточнять, потому что он считает, что если над ним посмеялись или он не в чем-то вкусе, это доказывает, что он плохой. Потому что типа, если бы он был хороший, над ним бы никто не смеялся. Поняли, в чем тупизм? Пишем. Типа, если бы я был нормальный, они бы не смеялись
Согласны, что вот такая стратегия в голове? Отсюда реверсная декомпенсаторика. Если смеются, я плохой. У него в голове даже не было мысли о том, что смеются над всеми. Я надо мной смеются, над еще кем-то смеются, надо мной, над Путиным, над Дональдом Трампом, над этими самыми, как его, артистами. Он вообще этих реалий не видит. Он говорит примерно так. Если я нормальный, то они надо мной не смеются, и они говорят, что я нормальный. А если они надо мной посмеялись или сказали, что я какой-то ненормальный, то я точно говно. То есть здесь задача – право себе быть частью социума, над которым могут смеяться и который может быть не во вкусе. Но это не характеризует меня как личность. То есть, если Алексей Красиков не подошел к какому-то клиенту, и клиент сказал, что вас самого надо полечить, ебать вас в рот и в уши, туда-то, туда-то, я никогда вас больше смотреть на канале не буду, я говорю, прекрасно, это ваш выбор, я просто вам не подхожу. Но я не иду биться головой об асфальт со словами «я плохая скотина». Просто я знаю, что кому-то я подхожу, а кому-то нет. Так же и вы. Кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится, и это нормально. Но если вы продолжите использовать стратегию «всем понравится» и отталкиваться от чужого мнения, то есть пишем «если я продолжу отталкиваться от стратегии «всем угодить», я попал». Это невозможно. И я обречен на страдания. Вот этот момент, он очень-очень важен. Очень важен. Сейчас мне кто-то позвонил. Итак, пишем. Домашнее задание второе. У нас первое домашнее задание, помните все? Я надеюсь. Сейчас я выключу телефон. Первое домашнее задание – это выписать оценочные характеристики. Если так, то так-то, не любит, бросит, помните, да? Домашнее задание второе. В ситуациях, пишем большими буквами, ребята. В ситуациях, в которых бомбит, найти 4 искажения, которые мы сегодня с вами исследовали. И попытаться дать себе письменное опровержение. Попытайтесь сами. А мы на следующем занятии будем заниматься рациональным ответом. Понимаете, что я хочу от вас? Я хочу, чтобы вы не просто видели ситуации, в которых бомбит, а я хочу, чтобы вы исследовали 4 типа искажений, которые мы сегодня с вами изучили. Я хочу, чтобы вы увидели должествование. Я хочу, чтобы вы увидели перфекционизм. Я хочу, чтобы вы увидели оценочное суждение и чтение мыслей. Старайтесь потихонечку быть осознанными. Все это поняли? Супер. Понравилось занятие? Мне кажется, получилось... Да, в таблицу вписывать, конечно же. Третья колонка – это наши 4 искажения, которые вы находите. В третьей колоночке попытайтесь поопровергать.
Мне кажется, получилось неплохо затронуть и саму практику когнитивки, плюс дополнительные бонусные темы, мне кажется, немножечко хорошо сбалансировало, да? Отлично. Супер. Мы с вами увидимся в четверг. Напоминаю, что 13 числа во вторник мы уже начинаем разборы. Время у вас осталось немного. Я вам рекомендую послушать и стать участником. Кто еще думает? Восклицательный знак напишите, кто 50-50 колеблется. Спасибо большое. Кто колеблется? Идти, не идти, не знает. А что вас смущает? С 14-го, все правильно, со вторника. Вторник это 14-е. Но смотрите, колеблется много. А что вас смущает? Что вы боитесь? Это конфиденциально. Это будет очень полезно именно уже на практике. Только финансы вас смущают? При всех сказать глупость. Зайка, Светлана, ну добро пожаловать. Тебе вот первую очередь надо. Цена всех смущает. Ну, давайте так. Кого смущает цена, тот принимает решение не идти. Хорошо? Чтобы вас ничего не смущало больше в этом мире. Но 4500, вот, в общем, вас смущает. Я понял. Хорошо. Цена меньше не станет, я вам сразу скажу. Хорошо, я понял. Кто думает не по поводу цен, а по поводу каких-то невротических сомнений, попробуйте это проработать и подумать. Кого смущает стоимость, не идите. Чего вам напрягаться, искать, преодолевать? Вот, да. Не стоит. Я делаю это для тех, кто хочет заниматься, и для тех, кто хочет развиваться. Зачем вам такие жертвы в этом смысле? Все, ребята, спасибо. Все, ребятки, до четверга. Спасибо большое. Копия будет завтра. До свидания.